Контент вне закона. В ходе очередного мониторинга сети интернет сотрудники прокуратуры Октябрьского района выявили 5 сайтов, на страницах которых размещена информация о способах изготовления самодельного оружия и взрывчатых веществ в домашних условиях. Подобные ликбезы в глобальной сети нарушают сразу 3 федеральных закона. Чтобы исключить доступ граждан к этим сайтам, прокурор района обратился в суд с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Данные сайты содержат информацию, которая способствует совершению террористических актов. Мы направили в суд заявление, суд с нами согласился, наше заявление удовлетворил. Они еще не вступили в законную силу. После того, как они вступят в законную силу, мы направим информацию в Роскомнадзор для того, чтобы доступ к этим сайтам был ограничен. Данная деятельность с нами продолжается и будет продолжаться на постоянной основе.